Закрываем глазки, мои дорогие. С вашего согласия, каждого из вас сейчас буду вводить намерение в тета-дельта состояние, в глубокое состояние погружения, медитативное состояние, которое проходит на тета-дельта волнах. Мысленно скажите: я согласен, я согласна. Я прошу погрузить каждого из вас, раскрыть ваше сердце и раскрыть состояние глубокого погружения, глубокая тета, глубокая тета, глубокая дельта. И прямо сейчас я прошу загрузить на все четыре уровня убеждений, на базовый уровень, генетический, исторический уровень души, в каждую клеточку вашего тела, в прошлое, настоящее, будущее. Такие знания, понимания, как: я знаю, что такое деньги по видению Создателя. Я знаю, как чувствуются деньги. Я знаю, что такое добродушие по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется добродушие. Я знаю, что такое доброжелательность по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется доброжелательность. Я знаю, что такое доброта по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется доброта. Я знаю, что такое доверие по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется доверие. Я знаю, что такое доверие жизни по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется доверие жизни. Я знаю, что такое доверие к миру по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется доверие к миру. Я знаю, что такое долголетие по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется долголетие. Я знаю, что такое дружелюбность по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется дружелюбность. Я знаю, что такое, когда другие меня слышат по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется, что другие меня слышат. Я знаю, что такое духовное развитие по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется духовное развитие. Я знаю, что такое духовное удовольствие по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется духовное удовольствие. Я знаю, что такое душевная близость по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется душевная близость. Я знаю, что такое душевное спокойствие по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется душевное спокойствие. Я знаю, что такое душевное тепло по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется душевное тепло. Я знаю, что такое дыхание жизни по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется дыхание жизни. Я знаю, что такое желание по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется желание. Я знаю, что такое желанность по видению Создателя. Я знаю, как чувствуется желанность. Если вы согласны на эти интеграции, мысленно скажите «да». И прямо сейчас все, что было перечислено, загружается самым наилучшим, наивысшим образом, легко, просто, гармонично и безопасно для каждого из вас и всех, кто вас окружает, для ваших близких, родных, в каждую клеточку вашего тела, во все, что вы являетесь, чем являетесь, в прошлом, настоящем и будущем, на всех языках, на всех диалектах. И вам разрешено, возможно, все это проявлять, ощущать. И вы знаете, как с этими добродетелями жить, проявлять их каждый день в своей жизни, как если бы вы уже знали, умели, проявляли в каждой ситуации, в каждый момент своей жизни. Дышите глубоко. Чувствуйте, как энергия вливается в ваше тело через макушечку головы с разных сторон света, наполняя вас, исцеляя, трансформируя все негативное,
обучая каждую клеточку вашего тела. Всем добродетелям. Почувствуйте, что я знаю, как жить своей обычной жизнью каждый день и проявлять эти добродетели как то, что естественно для меня. Благодарю, да будет так. Сделайте глубокий вдох и выдох. Глубокий вдох и выдох. И откройте свои глазки.